яркое, наверное. Я говорю, здесь очень хорошо можно почувствовать и запах. Единственное, к сожалению, нельзя попробовать. Но ощущения и какие-то внутренние переживания, из-за того, что даже задействованы, я говорю, вкусовые рецепторы какие-то дают, очень мощный такой посыл. И это действительно произведение искусства. Здорово, что в такой нашей маленькой республике есть люди, которые действительно уже серьезно занимаются такими, ну, ювелирными, наверное, да, делами, позициями, да, которые продвигают даже через национальные какие-то корни, через национальные традиции, через даже необычный материал подачи, да, то, что это получается торт, по большому счету, очень удивительно, да, нашу историю, наши традиции, вот это ощущение тепла, комфорта. И я надеюсь, что это тоже сподвигнет еще больше вовлекаться в историю нашей вышки, да, в, наверное, вклад большой будет в праздник и в последующие года. Поэтому я думаю, что это такое серьезное начинание, которое, за которым огромное будущее. Вот так.